Уважаемые товарищи, мои друзья, приближается славный праздник День Великого Октября. В тысячелетней истории нашей страны было много больших свершений, но именно советская история ознаменовалась прорывами на всех направлениях развития общества. 94 года назад наша страна открыла новую эпоху, эпоху экономического и культурного взлета, политических и трудовых побед, эпоху Жукова и Рокоссовского, Королева и Курчатова, Стаханова и Гагарина, Шолохова и Симонова, Веры Мухиной и Сергея Бондарчука. В 20 веке наш народ построил самое справедливое общество на планете. Советское образование и здравоохранение, защита материнства и детства задали исключительно высокие мировые стандарты. С нас брали пример все, включая богатый Запад. С разрушением Советского Союза Россия оказалась на штрафном круге истории. Наша страна потеряла 20 лет, за которые мир совершил технологический рывок. Чтобы не оказаться на самом дне и начать немедленно восхождение, нужно вспомнить все достижения, заложенные в октябре 17 года. У России еще есть многое, чтобы начать рывок. Есть природные ресурсы, есть благодаря им большие доходы, есть остатки промышленного потенциала, есть талант, интеллект трудолюбивого народа. Но нет крайне необходимого национально мыслящего правительства. Вглядитесь, кто и как управляет страной. Не те люди, не тот масштаб, не те помыслы. Программа КПРФ и наша команда готовы за 2 пятилетки восстановить порушенные временщиками. И наша команда гарантирует народу безопасность, растущую экономику, социальное развитие. Россия станет страной без медвежьих углов. Изменить власть значит изменить Россию. Пора действовать так, чтобы вернуть украденную у нас Родину. В честь годовщины Великого Октября КПРФ со своими союзниками проводит митинги и демонстрации по всей стране. Ждем вас в наших общих колоннах. Нас большинство, а большинство должно сплачиваться и побеждать. С праздником вас, дорогие товарищи, с годовщиной Великого Октября!